И снова здравствуйте! Вновь The Wolf Among Us. Мы остановились в прошлый раз на Bullfinch Street. Стоим и почему-то ходим кругами. Я не думаю, что это хороший сюжет для игры, так что один из 10, игра дерьмо. Ладно, продолжаем. Насколько я знаю, вот дальше я не играл. Точнее, нет, немножко играл, но здесь просто сейчас будет красавица. Или как ее? Нет, или Белоснежка. Да, думаю. Да, красавица, вот, и. Она что-то там попросит, чтобы я не говорил чудовищу, что она была здесь, типа того. Я не знаю, буду ли я говорить, не знаю. Все это очень подозрительно, естественно. Так, окей. А это что? Знак. А, stay off the grass, окей. И вот сейчас она, собственно, появится. Спойлеры! Да. Мне сначала показалось, что это красная шапочка из-за красной одежды, но нет. Stay off the grass. There's no walking on the grass, no White's orders. She made a sign and everything. I'll be sure to send her an apology. Beauty. Шрам остался. Hello, Big B. Ничего себе каблуки. I wasn't expecting anyone. I know this looks a little odd, but there's an explanation. Да, представь себе. Это действительно выглядит довольно странно, когда кто-то прячется в кустах, особенно в такой одежде. Я очень надеюсь, кстати, что вы читаете субтитры и вы знаете перевод, потому что переводить все это мне довольно запарно будет. Please, Bigby, promise me you won't tell Beast you saw me. Вот черт знает. He worries too much as it is, and it would just make my life a lot easier. Just please. Look, я не буду в это вмешиваться. It is. It's between you and Beast. I'm staying out of it. I don't have time to go into it right now. Я не могу ничего с этим сделать. Извини. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Что она здесь вообще делала? Нет, она здесь живет, насколько я понимаю. Потому что там зверь, в общем-то, отсюда выйдет и будет меня спрашивать, но все это очень странно. Вот, собственно, когда зверь выйдет, дальше я попадаю в свою комнату, вот дальше я уже не играл ничего, так что можно расслабиться. Тем более я выбираю в основном другие варианты ответа, так что все будет довольно интересно. И опять небольшой фреймрейт. Падение фреймрейта. И вот довольно забавно то, что здесь броня стоит. Flycatcher needs to dust this guy. Flycatcher. Даже не знаю, что это значит. Ну, в плане. Hey, я так понимаю, это вот этот мужик. А нет, это Гримбл. Может быть, он Гримбл Flycatcher. Хотя Гримбл, это, скорее всего, фамилия. Я, кто знает. Been a while since I got any mail. И нет. Seventh day in a row. Седьмой день подряд. Да. Бедный волк. Damn thing fell off again. Окей, тогда я прилеплю обратно. Значит, у нас 203-й номер, насколько я помню. А нет, 204-й. 204-й. В общем-то, вроде бы здесь больше ничего нет, поэтому поднимаемся наверх, я полагаю. Где я уже не знаю совершенно ничего. И мне нравится, что у нас на руках остались ссадины от драки. И да и на лице царапины тоже. По-моему, это шикарно. Если так будет дальше, то это просто охренительно. А вот и он. Бигби, hey! Wait up. Have you seen my wife? Не знаю, что ему говорить. Have you seen Beauty? So, have you? Я промолчу. Mother. Что, прости? Motherfucker! Я не ожидал такой реакции. Я просто промолчал.
Блин, мне кажется, что это плохо. Может, он что-то подумает на меня? Это лучшая реакция на молчание просто ever. Так ты видел ее? Motherfucker! Он тоже жрет китайскую лапшу, как и я. Корейскую, извиняюсь. Я ее жру постоянно. О, вот это графон! Вот это графон! Текстурки! Ну, в общем-то, этой игре графон и не нужен. Но все же достаточно выглядит неприятно. Вы смотрите на эту ложку, она плоская. Извиняюсь, у меня небольшой насморк. Да, что за ночка, действительно. Motherfucker. Окей, вот дальше я даже из комнаты не выходил. Даже не смотрел холодильник, ничего не делал. Так что мне уже теперь будет очень интересно, что будет дальше. Так что я буду читать все и так далее. Действительно. И здесь только лед. И тот пусто. Dammit. Типичный холостяк. У меня остались спички, между прочим. Да. Bluebeard folder. Синяя борода. Bluebeard's file. Это тот еще убийца. Если это тот, о ком, я думаю. Никогда не доверял этому парню. Мне нравится, как он убирает трубку с телефона, чтобы ему не звонили. А, китайская еда, да. Don't even remember ordering that. Probably a bad sign. Мне нравится этот персонаж больше, чем, например, тот негр из Walking Dead. Не потому, что я не люблю негров, потому что просто... Что? Окей. У меня в доме спит свинья. At least this still works. Да, тем более я в Walking Dead толком не играл. Я смотрел Let's Play. Вот, и я знаю, что случилось в конце, и вообще, как бы... А что, если я его попробую включить и разбудить свинью? Should help. Не знаю. Окей, я попробую... Я так понимаю, значит, китайскую еду заказывал не я, а этот свин. Hey, Bigby. I'm in your chair, huh? Да, чувак. Yeah, get out. Вот это свинья. Просто огромное существо. Я даже не знаю, что об этом думать. Какого черта? Got a smoke? Курящая свинья? Давайте я не хочу на это смотреть, наверное. О, окей. А почему он не в гламуре? Thanks. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has gotta stop. Can't keep sneaking off the farm like this. Он сматывается с фермы. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Bigby. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Come on, that's a little dramatic. That for me? Nope. Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Неплохо. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? Я так понимаю, я что-то ему задолжал. It also would have shown everyone how different you are now. Окей, я просто выпью. Nice. I take it all back. This is why everyone hates you. It wasn't murder. I was hungry. Yeah, well, I'm hungry now. You don't see me tearing the flesh off of your bones. But you would if you could. Окей, значит, он был голоден и кого-то разорвал на части. Probably. But, no. Hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day.
I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Справедливо. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. Может, I mean, только и к лучшему. Look at your hands. А, блин, порезов нет, плохо. Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays. I was doing my job, believe it or not. Your job is to be. Я просто не всегда успеваю прочитать, прежде чем ответить. Sometimes I take him to the farm. Fuck you. Окей. Свинья разозлилась. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Нет, неправда. Everyone. Name one. Я и не знаю ее имени. I don't actually know her name. Awesome. Great adventure. Да, отлично. Мне чертовски нравятся диалоги в этой игре. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. Мне интересно, как выглядит этот свин. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Ну иди выпей. Just give me a drink, please. Enough already. I haven't slept in 2 days. I went out a second story window, and I want to get in 2 seconds of shut eye before I. Что ж ты свин? If I give you this, will you let me sleep? Yeah, all right. Probably. Probably. То есть еще неизвестно. Окей. Я просто не могу долго над ним издеваться. Держи, мужик. Thanks, Bigby. Да не за что. Ты так долго у меня упрашивал? О, боже. Теперь мне нужно поспать. Определенно. Не, мне чертовски нравится этот персонаж. Шикарный мужик. В отличие от этого свина. И в отличие, наверное, от этого чудовища. Потому что тот меня послал. Хотя этот тоже меня послал, ладно. Так, этот, небось, налокался и где-то валяется. Где он? А не лучше ли сначала спросить, кто там? Ну ладно. Надеюсь, это не зверь. Точнее, не чудовище. Я каждый раз путаю. И нет. Фух. Bigby. Окей, кто это? Snow. Come with me. Окей. Snow, это кто у нас? Белоснежка, да? Snow. Я так понимаю. Snow. What? Sorry, I'm. What is it? Just slow down. No. Keep up. We need to. Okay. Hi. Hello. Good morning or evening. Yeah. Кто это? Окей, все это подозрительно. А вот это мой кабинет. Beowulf. These walls are paper thin. Понятно, в чём дело. We need to be careful. We'll talk outside. Окей, все это подозрительно. Надеюсь, это наверняка это связано как-то с этой, с красавицей. Только не говорит, что какие-то измены там, еще какое-то говно. И мне кажется, ли там что-то валяется снаружи. И опять с кадрами проблема. Окей, это чья-то одежда. Кажется, кто-то сбросил, наверное, свою человеческую форму и убежал. Или типа того. И если я правильно понимаю, потому что какие еще могут быть варианты, верно? То есть ты ничего об этом не знаешь, да? Ты просто меня сюда привела. Или там сейчас кто-то будет под этим мелкий. О, чё! You knew this girl? Okay. She's not a Mundy. Who was she?
I thought I knew everyone in Fabletown. She looks familiar. I can't place her. Вот этого я не ожидал. Didn't have a whole lot of time to chat. Да. Спасибо, игра. То есть, я так понимаю, нам сейчас пытаются намекнуть на то, что это дровосек. Но мне кажется, это не мог быть он. Наверняка его подставили. Ну просто он... Черт, он спасал людей, верно? Вот блин, а? Ну ё-моё! She was just like this. I didn't touch her. I grabbed Grimble's jacket to cover her with. Then I came to get you right away. Okay. No one else was with you? No. Big P, did one of us do this? There hasn't been a murder in Fabletown in a long time. Okay. All the more reason we shouldn't start a panic before we know what's going on. Блин, я совершенно не ожидал такой фигни. Have a look around. Мы же только встретились. Don't have much time before people will be coming through here. Ну как people? Фейблы? У нее что-то во рту было, кстати. Вон, у нее что-то во рту. Strange cut. What did this to her? Это точно не топор, мне кажется. What could do something like that? Either something very sharp, or something with magic attached to it. Окей, тут еще и магия, кажется. Просто суть в том, что... Это разве разрез топора? Это я возьму. Сначала я проверю глаз. She was placed here with some care. What do you mean? You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed. For us to find. Окей. What kind of monster would do this? Как бы на меня это не свалили, вот в чем проблема. Хотя я бы так, наверное, не отгрыз. Эх, ну что же, ну... Как же ее жалко. Окей, это ее... Some kind of symbol here. Ленточка. I don't recognize it. Neither do I. Вот уж действительно. Вот это поворот. Ага, кровь. Детектив, вперед! Или нет? I'm sorry. This is just so surreal. What do you want to do next? Я думаю, нам надо продолжить исследовать. I should keep investigating the area. Okay, good idea. В какую же задницу все скатилось и как быстро? Окей. О, боже, я реально не верю. Кстати, это только я или эта девчонка все-таки похожа на Элизабет из Биошока нового? Потому что она похожа. Даже вот сейчас вот отсюда, да, издалека. Вообще одно лицо. Ладно, неважно. Так, мы видели там кровь, поэтому я пройду сюда. И даже, знаете, я не знаю, сколько сейчас я записываю времени. Давайте я приторможу. А потом мы продолжим. Мы узнаем, кто засранец отрезал голову этой девушке. Думаю, мы... Хотя, я не думаю, что мы узнаем это сразу, наверняка в следующем эпизоде или в конце этого эпизода. Так что, в любом случае, до встречи!